Это внизу зомбари или да. Возле нас? Да, внизу. Самое хреновое, что не знаешь, с какой стороны подойдут люди. Высокоточная, типа. Это 5000 вообще продать нельзя. О, меня убили, кстати. Изи. Так и думал, что в спину кто-то застрелит. Я Березина, окей. Березина, Березина, Березина. Близко был, кстати. С одной пули попал, гад. А ты дальше побежал, даже не затормозил. Тупо я сдох, а ты бежишь? Посрать. Потому что он мог знать обо мне, или даже знает. Может быть знает. Сомнительно, что 100 метров, и он тебя не увидел. Уверен, что он знает. Блять, их двое. Их двое, короче, и... Ты убили? Не-не. Ну так беги. Они обо мне знают. Спасайся. Думаешь? Можно сражаться за твой труп? Смысл? Ну, мало ли, типа, отомстить. Двое? Постреляться. Убьют, и все. И что? Ты даже не знаешь, где они. Я знаю, знаю. Ну, иди, воюй. Они особо местоположение не меняют. Знаешь, где я умер? Смотри, чтобы труп не лутали. Ну, там трава, ты вряд ли их увидишь. Мы же не какие-то там люди, которые убирают траву. Играем как надо. Ошибаюсь. 7 кб на тебя. Офигеть, как далеко. Блять, вот сраный фен. Ебать, винтовка у него. Ты там по кайфу сидишь? Я ебусь тут. С чем? Места не хватает, блядь. О, Скай ему убили, походу. Нет! Сука! Блядские баги в DayZ. Винтовка, которую я выкинул, исчезла просто, упала под текстуры. Изи. Темно-зеленый выделяется. Ну окей, давай капюшон лучше тогда. Чё, так лучше? Да, да, так лучше. Мне бы маску еще, наверное, какую-то. Чтобы лицо не полилось. Или пойдет? Там маску можешь одеть, да, кто-нибудь. Противогаз, сейчас, там сейчас маску. Сейчас гляжу, погоди. Пать, у меня... Они все денег стоят. Можешь сотку скинуть? Сотку. Всё. И сотку. Где там у меня? На. Одну. А, нихрена ты 800 скинул. Там мне плевать, что мне. Да я имею в виду, если бы я не успел, кто-то бы сейчас 800 стырил. У меня еще есть, скинул бы еще. 96 патрон в одном барабане. Как тебе такое, Илон Маск? Хрень. Просто жесть. Правда, из-за... блядь, ага, ЗЗ. Так они там шмаляют. Понял. Я справа обхожу. Ага, я стою пока что, просто слушаю.
Кто-то есть. Тут есть, вижу, вижу. В гелике, к тебе побежал. Побежал к тебе в гелике. Охереть, ты стреляешь громко. Еще, еще. А, это где? Ты, это ты, это ты. Ты. Хорошо, лутай его. Еще я... вижу, в палатках бегает там, в поле. Ближе к полю бегает в палатках. Скорее всего, я напарник, напарник его. Отойди. Вот здесь постою. Он там в поле бегает справа, в палатках. Охерит ты громкий, блин, как ты шмаляешь. Будем его рашить или как? Мне кажется, он слева заходит. Контакт! Палатки! Добил его. Это была кепка, та, которая здесь бегала, да? Нихера не видел его вообще. Их двое там было. Это был зомби, который за ним бежал. А, хорошо. Пошли назад. Подожди. Гении, блин. Контакт! Контакт! Убил меня, блядь! Убил? Я живой, но сейчас умру. Все, добил меня. Ты когда начал подходить, он у тебя вообще не лутал. Он потому что он пошел. Правильно все сделал. Он меня убил и пошел, надо бы зашкериться где-то и сидеть. Ну, сомнительно, что он правильно сделал. Он сдох. Ему просто не повезло, что ты так близко оказался. Это мой труп, да, это мой. А чё, у меня оружие тут отдельно валяется. Теперь знаем, где он. Нелегал. Прям? Сейчас. Проверяю ночнушку. Так. Куда пойдем? Вдоль, дальше, так же. Не знаю, пока осматриваюсь. Я воду вот сейчас выпью. Подожди, стой, воду выпи. Воду. Чтоб потом не пить. Диспетчерскую зарем. А вот туда я бы уже не хотел заходить. Она насквозь простреливается. То есть там вообще в окна во все стороны прям. Так, а где мы? Ну, побежали в сторону палаток. Сейчас я место освобожу, если что. Там, значит, сейчас выйти налево и прямо. Так, сейчас. Подожди. Вот. Слышишь, да? Кто-то бегает. Нет. Дай бог, мне послышалось. Все. Я что-то слышал, но мне кажется, это я шумел. Я у себя слышу, да. Вот там. Топает? Нет, пробежал. Ну ладно. Так пошли за ним. Нам вот налево. 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 Блядь, у меня кулаки! Я говорил, добил, слышу, да. Добил его. Стой, не лутай. Из-за морей идут. Пать он пересрал, когда на него два чела выбежал. Видел, да? Он выстрелил, да. И убегать начал сразу, потому что... Вижу, чувак. Ебать, я ему все уничтожил.
Забирай шмотку. У него К-74 был, слышишь, он его использовал. Я знаю, говно выкинь. Он стрелял не с кашки. Он стрелял с ФНа. По-моему. Это не точно. Ну, Ортис Т-5000 также есть. А, что? У него, он у него в руках был? Потому что я его не видел. Он был у него в руках. Он прибежал к нам со снопой. Я понял, почему он начал убегать. Он со снопой был. А я у тебя меняю оружие вот сейчас? Я тебя меняю? Да, да, у тебя все хорошо. Ну, у тебя, короче, инвентарь забагал. Это не пинг, не этот. У тебя просто инвентарь забагал. Ну, я ебал в рот, это Дейс. Вывод-то все равно один выходит. Попробуй похавай. Что-нибудь. Или давай я тебя попытаюсь покормить. Подожди, нет. Может быть, поможет. Какой смысл того, что ты будешь? Откуда я знаю? Блядь, пустая бутылка. Главное. Да прикрывай лучше, блядь, кормит меня. А, да, у меня реально, я типа ничего не могу юзать, ничего. Ой, блядь. Мне перезаходить только. Барабан. Ну, ага, ёбаный рот. Все. Как такое может быть, что у меня заряженная обойма в Б-52 и барабан, блядь, еще ты видишь там. Еще и в руках у меня, видишь, если она вот валяется. Вот она, блядь, я выхожу из этого дерьма. Нет, какой, ты прям здесь решил, ты дурак, пошли в дом. Какой смысл? Никто это чекать не будет, не переживай. Я полностью закуплен. Все, что надо, у меня есть. Ты глушители купил, все купил, да? У меня не цепляются глушители. Цепляются. Все цепляются. А, тебя в этом нет прям вообще говно, типа. Серьезно? Блять. Маску кинул розовую, прям хлебала. Сталкеры, блядь. Ладно, плевать. Блин, эти перепады и непонятное освещение меня так напрягает. Контакт! Где? У меня. Я бегу назад. Тот же парень, который от нас убегал. Где он? Валяется для тебя справа. Для тебя справа. Убил его? Да, да, он мертвый. Что это было? Не знаю, это там дальше стрелял кто-то. А, это не с нами. Понял. Не с нами. А что это? Это щитак или барета? Это барета, по-моему. По звуку это барета. Я вышел. Блять, меня убили, еще парень. Ты мертвый? Да, да. Перед тобой будет парень там еще. Идем на смертный бой.
Че с куриц? Текс. Осталось добраться живым. Вода. Как приятно. Просто обалдеть. Сейчас эльку заберу, кстати, свою. Я, правда, не знаю, зачем она мне. Ну ладно, может понадобится когда-нибудь. Взять в руки. А что, у меня за спиной что-то есть? А, USG. USG сюда давай. Все. Элька за спиной.
такой себе, я думал там повоюю хотя бы. Но парня-то застрелить... Тактически я бы проиграл, на самом деле, если бы начал стрелять по нему. Нельзя было, нельзя.